Так, дорогие друзья, депутат Центрального района Владимиров. Нахожусь на улице Ленина, угол Сурикова. И вот вы видите, вот такая огромная сосулька, которая висит на проводах. И вот так огорожена. Позавчера вечером я пытался сбил где-то три штуки. Вот там они, вот видите, потому что снежками довольно сложно попасть. Вот сегодня я приготовил тоже несколько снежков, потому что руки мерзнут. И вот попытаемся сейчас их сбить. Так что пожелайте мне удачи. Берем снежок и кидаем. Эх, мимо. Первый мимо. Пока нет автомобиля, кидаем еще. О, попал. Попал, но частично. Самый край задел. Так, сейчас ждем, пока пройдут автомобили. И будем пытаться сбить еще раз. В принципе, для автомобиля это безопасно. Ну, кидаем. Мимо. У нас осталось три снежка. Три попытки. Опять мимо. Надо сконцентрировать внимание. Из четырех попал только два. Очень сложно попасть, кстати. Опять мимо. Опять мимо. И последний решающий бросок. Если не получится, то, к сожалению, придется это делать еще раз вечером, либо все-таки искать службу. Опять мимо. Не получилось.